Здравствуй, Ханна. Я доктор Бартон. Здравствуйте. Ты не хочешь поговорить со мной? Я хочу поговорить с Марисой Виглер. Скажите, что я приду. Меня зовут Мариса Виглер. Ты хотела поговорить со мной? Все хорошо. Все хорошо. Это должно остаться в секрете. Вот образец ее крови. Не может быть. Ее готовил Эрик Хеллер. Я с ним работала. Он много знает. Это делает его опасным для нас. Помни, чему я тебя учил, и все будет в порядке. Повтори. Борис или умри. Будь начеку. Даже во сне. Кто она? Я Ханна. Если хочешь дружить, то скажи мне правду. Хотела бы я иметь подругу. Теперь мы будем целоваться? Ты такая ненормальная. Ханна! Я только хотел тебя поцеловать. Что тебе надо, Мариса? Что бы ты сделал то, на что не пойдет контора? Есть люди, которые хотят причинить мне вред. Обещай, что не пойдешь со мной. Ханна! Я пытался подготовить тебя. Только не к такому. Беги, детка! Она такая, как ты думала? Лучше. Иногда и дети могут быть опасными.